вы на канале Avanessa Family. Это очередной обзор с посылочками сайта iHerb. В этом видео покажу две посылочки, потому что в одной посылке не так много наименований, которых можно было бы рассказать, поэтому я совместила. Это у нас магний-цитрат 100 мг. Для деток очень удобно в порошке, можно дозировать даже для самых маленьких деток. Это заказик, снимаю так, потому что сейчас буду его отдавать и не успеваю полный обзор снять, поэтому вкратце рассказываю. Вот такая баночка, такого вот размера. Есть такой же магний в таблетках у них в Animal Parad. Вообще очень хорошая фирма, брала в этой фирме кальций, очень понравился ребенку. Они вместо сахара применяют ксилитол, это натуральный подсластитель, поэтому очень рекомендую. И баночка очень экономная, то есть хватит ее надолго. Хотела еще добавить пару слов. Магний цитрат применяют для деток перед сном, дают для того, чтобы детки хорошо спали, чтобы расслаблялись хорошо их мышцы. В общем, очень рекомендую. Данный магний разрешен деткам с года. В этой посылочке мне пришли заказики по коллагену, витамину D3 и витамин С. Поэтому по-быстрому расскажу. Витамин D3 500 МЕ от фирмы California Gold. Из рыбьего желатина, 360 капсул. Была на него скидка изначально 50%, сейчас 31%. Но тоже очень выгодно получается, 360 таблеток в удобной форме. Дальше тут у нас коллаген 1-3 типа, без вкуса и запаха. Я сама его принимаю второй месяц. Ощутимо упругой стала кожа, меньше стали сыпаться волосы. Курс коллагена вообще должен быть около 3 месяцев, и потом делают перерыв. Была акция, заказывала я не только себе, поэтому здесь у меня 3 баночки. Это 2 баночки одной фирмы. Там в коробке еще другая фирма. Вполне классный, бюджетный вариант, поэтому можно брать от фирмы Doctor's Best. Дальше. Это коллаген такого же типа, 1-2, но здесь на 100 грамм больше. Фирма с Нью-Джерси, Universe Nutrition, также без вкуса. Это заказ, девочка заказывала у меня. Тоже была скидка, поэтому заказывали. Берите, восполняйте дефицит белка. И последнее, что было в этой посылке, это витамин С. Пришел в такой вот штучке. Не сняли, наверное. Вот. Витамин С 500 миллиграмм, но непростой, с шиповником. Интересный состав для иммунитета, а также для восполнения дефицита витамина С от фирмы 21 век. Считается как антиоксидант и поддержка иммунитета. Так, теперь приступим к этой коробке. Здесь у нас леденцы, той же самой фирмы, от фирмы Yum Earth. Но это немножко отличается, леденцы, от тех, что я заказывала раньше. Здесь на 10 конфет меньше, здесь 40 штук. И они с добавкой витамина С. Поэтому и вкусы тут другие получаются. Давайте откроем. Вот и те же самые вкусы. Нет, те же самые. Просто здесь добавлен еще витамин С в конфетку. Вкусы тут такие же самые. Тоже ассорти. Так, это у нас зубная паста от фирмы Now Foods. Я до этого заказывала пробник. Мне понравился. Очень
нравится тем, что налет на зубах появляется не так быстро, как при использовании наших зубных паст, которые продают у нас в магазинах. Поэтому взяла попробовать уже не пробник, а уже хороший большой тюбик. Здесь со вкусом нима, зеленого чая и мята. Будем пробовать, потом покажу сейчас, какая она внутри. Вот такая. До этого пробник с кокосом, он был прозрачный гель. Здесь немножко такой мутноватый. Пахнет мятой. Дальше. Это у нас крем. Это заказ. Крем для лица с коэнзимом Q10. Увлажняющий крем для сухой и чувствительной кожи. Не вызывает раздражения, без отдушек, без спирта. На сайте прям обещают, что визуально уменьшит мелкие и глубокие морщинки за 5 недель. По отзывам почитала, прошлась, тоже все хвалят и действительно подтверждают действие, что морщинки разглаживаются. Ну, поэтому фирма хорошая. Хороший крем. Я могу открыть коробку. Она ничем не прикреплена. Аккуратненько. И показать, какой он. Вот такой вот крем. Так, это у нас витаминки от фирмы Vitablets. Взяла как пробник с цинком для детей с мандариновым вкусом. Сейчас можем даже открыть. Это я брала малому для иммунитета. Поэтому сейчас посмотрим, какие они внутри. Вот такие вот зверюшки. Довольно сладкие. С мандариновым вкусом, действительно. Так, дальше у нас магний-цитрат и витамин В6. Это замена нашему гамалату В6. Главное, действенное, сами принимаем, и уже повторюсь и не устану хвалить, насколько мне нравится действие этого магния, это чудо просто, вот, без обмана, брала и буду брать, и всем рекомендую, поэтому берите, намного действеннее, чем то, что продают в аптеках. Дальше это у нас заказ. Завернули в стеклянную баночку, в такую пупырку. Открыть я все равно не смогу. Внутри так просто. Вот такая стеклянная баночка с большими таблетками внутри. Здесь аминокислоты. 19 аминокислот от фирмы Blue Bonnet Nutrition. В состав входит 19 аминокислот для роста, укрепления и восстановления мышц. Способствует наращиванию мышечной массы также. Это заказик. Вот такие, тут даже видно, какие большие таблетки идут. Нет, это не то. Так, это магний-цитрат для деток. Тоже брала малому. Взяла сразу две баночки, была акция. И пока он есть в наличии, так как его разгребают просто на сайте, это бюджетный вариант. Со вкусом жвачки от фирмы Natural Factors. 50 грамм взяла я малому, повторюсь, для детей можно от 3 лет, по одной таблетке в день, желательно перед сном, тогда и спать хорошо, и будет усваиваться лучше. Могу даже открыть.
и показать, какие они внутри. Делаю большие таблеточки. Вот такие вот. Вот такие белые большие таблетки. Ну, ребенку нужно будет еще и погрызть ее. Сладенькие. Так, здесь у нас витаминчик B12 от фирмы Кал, одна в день. Это активная форма, самая лучшая, форма метилкобаламин с ягодным вкусом, 2000 микрограмм, 60 таблеток. Лучшая форма для усвоения, еще раз повторюсь, влияет на нервы, энергию, память и многое другое. Многие дают деткам при задержках развития для восполнения дефицита витамина B12. Для здоровья мозга, нервов, нервной системы, синтеза ДНК и формирования ДНК. По сути, это пища для мозга. Так, и последнее, что у меня заказывали, это комплекс витаминов для кормящих женщин. Содержит основные вещества для грудного вскармливания, разработаны специально мамами для мам, обеспечивает комплексную питательную поддержку здорового грудного вскармливания, включает в себя также витамины D, и фолат, и B6, и B12. Принимать нужно по 2 капсулы в день, баночка рассчитана на месяц. Также по отзывам пишут, что уходит сонливость, появляется сила и энергия, перестают выпадать волосы, то есть восполняет ваш витаминный баланс и поддерживает. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, комментируйте, ставьте лайки, используйте промокод на скидочку. Также в описании будут ссылочки на все приобретенные мной товары. Счастья вам, здоровья, не болейте, удачи и до новых встреч. Пока-пока!